Palestinians open a cafe in Bishkek with Gaza's national food. Palestinian woman Kafaya and her family run cafe. Menu includes many choices which are all safe for Muslim diet as well as traditional Palestinian dishes. According to the owner, 15% of income goes to the humanitarian support for Palestine. Мне почти 4 года в Кыргызстане. Русский язык я выучил, потому что учился в Санкт-Петербурге, в России. Конечно, печальная война, жестокая, много крови, нет еды, самое страшное за всю историю Палестины. Political expert Emil Yuraev shared his opinion on this topic. Ну, очевидно, там происходит война, и началась она как своего рода антитеррористическая операция со стороны Израиля после 7 октября, но на нынешнем этапе очень много людей признают, это не просто война, а геноцид палестинцев в Газе. Что международное сообщество остается беспомощным в том, чтобы предотвратить дальнейшее продолжение этой резни, этой массового убийства мирных жителей. Expect me to do? Fix it? I'm only 10. В Кыргызстане исламское общество в большей части, и палестинцы, естественно, тоже мусульмане, и как бы солидарность на почве религии. Но мне кажется, тут не столько солидарность на почве религии, сколько солидарность моральная. Люди в Кыргызстане, как и во многих-многих других странах, и в Европе, и в совершенно не мусульманских странах, и даже среди еврейских общин в разных городах, видят, что происходит очень громадная несправедливость, происходит геноцид. Of course, we came here because this restaurant is supporting my people in Palestine. A lot of people, they support Palestine. Even the government here support Palestine. Өз кезегінде Қырғыз Республикасы Газа тілкесіндегі қарапайым халықтың азауын жеңілдету үшін гуманитарных жардам көрсөтүүгө даярбыз. Вам Кыргызия безопасная сторона, хорошая, мусульманская, все хорошие, все добрые относятся. Возможно, и надолго здесь будем жить. И лично я женился здесь, в Кыргызстане. На Кыргызке? Да. И, возможно, здесь устроим семью. In Kyrgyzstan, more people ages 18-29 sympathized with Palestinians than with Israelis in the current war. They actively show it through social media by sharing videos and photos about what's happening in Gaza. We need to spread the word. Usually we as young, we have the power of social media. We try every day to spread the word through the social media. In addition to show the protest against Israel products, a lot of people use the app which is called No Thanks. I hope Palestine will be free soon as possible. Ramadan Mubarak, free Palestine. Free Palestine.